Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня мы будем проходить Injustice 2 за долгожданного персонажа многими Дэдшота. Итак, что мы о нем знаем? Флойд Лоутон — это человек-арсенал, чей прицел безошибочен на любом расстоянии. Вырвавшись из тюрьмы во время правления режима, он вступает в конфликт в качестве наемного убийцы высшего класса, которому приходится мириться с тем, что Грот завладел детонатором к вживленному в его голову взрывному устройству. Вот такие дела. То есть Дэдшот в Injustice 2 подчиняются Гроту. Так, давайте смотреть, какие костюмы у нас есть. Сейчас вы видите такой мой самый прокачанный, ну, больше всего мне понравившийся костюм. Особенно маска крутая, типа череп такой золотистый. Я все-таки поменял ему расцветку, не стал оригинальную ставить, потому что в оригинале череп смотрится не очень. Ну, давайте посмотрим, какие у нас еще есть варианты. Итак, вот этот вот одноглазый бандит, который выпал мне недавно в вскрытии кейсов. Тоже прикольная маска, но как-то вот мне черепушка понравилась больше. Так, ну вот еще есть... Это обычный вариант, это обычный Дэдшот, но в измененной расцветке, в синего цвета. И вот четвертый вариант, это обычный, самый обычный Дэдшот. Так, первоначальный, скажем так. Пишите в комментарии, какой вариант вам визуально больше нравится. Ну вот как бы я решил вот такого все-таки взять. Хотя вот этот тоже прикольный. Ну и красный оригинальный тоже, по-моему, неплохо смотрится. Так, ну что, давайте, ребятки, будем проходить эту башню, смотреть его концовку. Ну и, я не знаю, пару слов расскажу. Покажу вам секретный прием, конечно же, секретный прием, какие у нас там выпали. Вот, расскажу вам, что мне в нем понравилось, что, может быть, не понравилось. Ну, изначально вы знаете, что я не люблю персонажей дальников, которые стреляют. Что тебе надо? Я говорю, просто хочу выполнить работу за тебя, да? У нас два дедшота, смотрите, выпало. В общем, как я говорил, я не очень люблю персонажей, которые стреляют всю игру, да, то есть весь бой стреляет. У него все суперприемы рассчитаны на стрельбу, кроме одного приема, это вот такой удар колена. Он больше рассчитан на вейкап, если тебя прессят, видимо, вблизи этот удар с коленом вот усиляется. Все остальное, это, смотрите, это стрельба вот таком вот, с рикошетом. Да, вот стрельба в ноги, которую он показывает, вот есть... Стрельба на отходе. Вот опять-таки стрельба в ноги. Это, в принципе, все суперудары, которые у него есть. То есть он реально рассчитан на стрельбу. Но это не значит, что нужно обязательно стоять в другом конце арены и отстреливаться от противника, да? Все равно и можно, в принципе, играть вблизи. А сейчас давайте перейдем к приему, который я у него открыл дополнительный. Это стрельба с прыжка из ружья. Вот такой прием. Можно усилять. Довольно хороший прием, опять-таки, для зонеров. Так, вот такие у нас комбо есть. Так, а что-то у меня сейчас вот это вот не сделал, да? Ну и можно пульки переключать, разные варианты. Там три варианта пуль у него переключаются. Одни могут противника подальше отшвыривать, одни наносят дамаг, и одни, короче, типа энергию высасывают вот это вот, ну, метр. Вот такие вот варианты, ребят. Что ж, давайте идем дальше. Идем дальше, попробуем сейчас как-то поиграть. А я у него открыл еще один дополнительный прием. Но я не стал его сюда ставить, сейчас я вам объясню почему. В общем, этот прием, он заменяет сразу две ячейки. То есть мы не смогли бы поставить выстрел с прыжка. Вот сейчас. Hola, amigo. Do not butcher my language. Fine, I'll just butcher you. Begin. Короче, на мексиканском языке приветствую, сказал Дэдшот. А этот сказал, типа, не издевайся над моим языком, что-то типа того, этот Бэйн ответил. Дэдшот говорит, хорошо, я лучше буду издеваться над тобой. Так, в общем, ребят, смотрите, у меня еще один прием открылся, вот сейчас я вам покажу. Блин, ладно, сейчас вот. Откинем его подальше, да? Вот, есть вот этот прием, да? Выстрел вниз, этот крестик. Так вот, он заменяется на
Вот такой же выстрел в приседе, только с пистолетиком, то есть он более быстрый. Но я не стал его ставить, потому что он как бы, да, он более быстрый, он более эффективный в этом плане, но он занимает сразу две ячейки, и мы не сможем стрелять с прыжка, поэтому я решил его не ставить. В принципе, такие выстрелы были, например, у Deathstroke в первом Injustice. Ну, блин. Воу. Кстати, красивый захват. У Дэдшота, смотрите. Воу, да? Круто. Так, ну и давайте... Воу, хотел X-Ray сейчас сделать. Но Бэйн тут нас опередил. Чем хорошего X-Ray, то что он начинает с суперхеда. Так, ты что тут куда собрался-то? Неплохо так Бэйн восстановился, да? Ну, кстати, комбо. И можно в конце вот так вот в ноги пострелять. Прямо стреляет прям в нас, прям нам в глаз стреляет, да? Новое снаряжение, пушечка. Плюс 53, минус 51. Ладно, не берем. У нас там... У нас это все эпичное стоит. Полностью эпичное снаряжение. Единственное, что оно не максимального уровня. Но это можно потом прокачать. Это все меня, ну, исправляет. Поправимо. Когда Deadshot будет 20 уровня, я его лучшее снаряжение качну тоже до 20-ки. Кстати, заметьте, у него как будто в голове дырка от пули. Ну, в шлеме, короче. Так. Вот, в общем, можно, в принципе, вблизи комбить. Как-то. Но в основном многие комбо заканчиваются каким-то отходом назад. Так, а если мы... Блин. I could turn lead to gold. Gold bullets still hurt, kid. Ой, ну ладно. Ничего у него не выйдет. Пулька в голову и все. Deadshot wins. Новое снаряжение, многие болотные твари. Они нам не нужны, к сожалению. И переходим к Черному Адаму. Черный Адам, Черный Адам. Так. Не знаю, вроде все практически я вам показал. Может, какие-то комбо... Не самые такие интересные. Сейчас попробую еще. Так, ну что ж. Ну вообще у него вот эта самая прикольная фишка, вот эта комбо на отходе. Ну не на отходе, а на лоу-кике. Можно... противника поднять воздух, да? Вот смотри, сейчас я покажу. Сейчас. Так, я неправильно сейчас сделал, ну ладно. Во-во-во-во-во-во, как я сейчас... Все правильно сейчас получилось. Гори немного, погори, Черный Адам. Самая легкая добыча, типа, да? Самый легкий заказ. Ух ты, блин. Все, что я понял, это сакер.
Видели? Как мы можем сделать, да? Вот так вот, да? Отлично. А, кстати, да, обычно это выстрел я еще. Вот можно так сделать. Ну, короче, готов, черный Адам. Ну круто, круто смотрится масочка, это черепок так устрашающий такой прям вообще. Я думаю, вы со мной согласны, ребят. Хотя не знаю, может вы бы предпочли какую-то другую маску для него. Ну все, Брейньяк. Постараемся как можно быстрее с ним расправиться, если ничего такого неординарного не произойдет в этот раз. Все вроде посмотрели, осталось просто биться. Folks here want their cities back. An unlikely outcome of this encounter. Let's kill you and see where that gets us. Begin. Так, ну давай, ну что мы тебе еще сделаем? Ох ты, блин, а ты вот так вот, да? И так ты не хочешь, да? Хочется попробовать ему оверхед с коленом еще сделать. Тихо. Так, пускай ноги горят, да? Ты не пуль непробиваемый. Давай, давай, давай. Что ты будешь делать? Ты что-то там, говорит, блефуешь? А нет, он нифига не блефует. Он себе восстанавливает жизни. Вот это вот самая главная фишка, в принципе, да, зонера. То, что он может в приседе стрелять. Например, тот же красный колпак не умеет стрелять в приседе, да? Поэтому он как бы не особо-то и зонер. А вот этот вот товарищ... О, чё? Как? Какого фига? Вы видели, что произошло? Офигеть. Да, не ожидал я сегодня такого поворота событий. Ну ничего, ладно, справимся, что. Не первый раз такое с нами происходит, да? Брынник неожиданно затаскивает. My collection is replete with assassins. But there's only one me. Begin. Ох ты, блин. Так. Прикольная тема, да? Ногой не получилось. О! А ты чё? Ты чё творишь? Блин, еле-еле, ребят, броню снял. Как-то он не внушает доверия. Есть такое впечатление, что мы сейчас можем еще продуть. Снял броню с нас так. Ну, пока мы ведем, но
Фиг его знает, что произойдет. О, ты, вот как так-то, а? Давай! На тебе, во, прогулка смертельная в космосе. Кстати, когда побеждаешь именно вот таким приемом в конце... А, нет, нет, таким нет, таким нет. X-Ray надо в конце победить, чтобы больше очков заработать. Taking Brainiac and Grodd into the authorities would be doing another stretch in Bell Rev. And I was right. Bruce Wayne even bankrolled getting rid of my TNT migraines for good. I freaking hate hospitals. But God, was it worth it? With that nano safely out, I could finally see Zoe again. Last time I saw my little girl, she had 9 candles on her birthday cake. Now I got a second shot at being dad. I sure as hell don't plan to miss it. Ну что ж, ребятки, такая концовочка, то есть, типа, Дэдшот тут практически положительный персонаж, то есть, как бы, его заставляли это делать, да, теперь Бэтмен у него извлек, все из головы операцию сделал, и теперь он это самое... может видеться со своей дочерью. Только, ну, как, я не знал, честно говоря, Дэдшот у нас кто там, афроамериканец или белый, но то есть в фильме «Отряд самоубийц» его играл Уилл Смит, да, афроамериканец, а тут он белый, как бы. Ну, скорее всего, тут более правильная версия, я думаю, это, наверное, в фильме переделали, да, специально, да, под актера. Ну, кто точно знает, пишите в комментариях, в общем. Вот такая концовочка, как вам Дэдшот, как вам за его прохождение, пишите в комментариях, ставьте большие пальцы вверх и пишите в комментариях, кого вы еще хотите увидеть как можно быстрее в прохождении. Ну что ж, на этом у нас все. С вами был Анидзука. До новых встреч!